Так, раз-раз, как меня слышно. Так, ну, надеюсь, слышно меня хорошо. Всем привет. Так, сколько у нас там? Вижу, уже 4 человека подключилось. Отлично, тогда начинаем. В принципе, я думаю, что народ будет подтягиваться, наверное, по ходу дела. Ну, значит, еще раз всем привет. Меня зовут Александр. Я... Java-разработчик, вот, и сейчас я маленечко, наверное, расскажу, ну, во-первых, о чем вот эта вот встреча сегодняшняя. Это, наверное, больше о том, как начать работать удаленно на Upwork, вот, и не потеряться, собственно, не начав, потому что многие просто жалуются на то, что довольно сложно начать, сложно, в принципе, вот сразу же после процесса регистрации, там, какие-то непонятные процедуры нужно пройти, и даже если как бы все это сделать, то все равно, ну, довольно сложно потом первую работу найти особенно, вот, ну и так далее. Вот, соответственно, я попробую просто рассказать, как снизить до минимума вот это вот время ожидания первой работы и как получить, ну, вот, хороший фидбэк, по крайней мере, от первого клиента. Вот, что, собственно, является стартовой вот точкой для успешного бизнеса потом на Upwork в дальнейшем. Вот, давайте я маленько о себе расскажу. Вот, ну, не с целью похвастаться, какой я там хороший, а просто, чтобы было понятно, с какой колокольни идет оценка вот взаимодействия с клиентами. Потому что, как с моей точки зрения, допустим, фронтенщик и бэкэнд-разработчик, они вот... Ну, если не принципиально по-разному, но довольно много различий между ними в плане вот, взаимодействия в поиск заказов и вообще взаимодействия с заказчиками. Вот поэтому маленько расскажу о себе сейчас, чтобы примерно понимали, чем я занимался все это время, как я попал на Upwork в итоге. Значит, изначально я начал заниматься open source. Это были игровые сервера, при помощи реверс-инжиниринга, построенные для довольно большого хайлоуда, вот, ну, стендалон Java-приложения, вот я ими занимался. Потом я попал в Enterprise, ну, вот, конкретно в Luxoft, занимался там бэкэндами. Вот, то есть там деплоил GSP в веб-сферу, ну, как, все как полагается. Вот. Потом, соответственно, я занимался, опять же, внутри Luxoft'а уже в банковской сфере. Это были бэкэнды для банка. Вот, то есть постоянно были какие-то бэкэнды. Вот в итоге я начал заниматься построением уже архитектуры, помимо написания кода. Пожил какое-то время в Лондоне, опять же, поработав для банка. Вот, вернулся, понял, что Enterprise как бы это гиблое дело, и не захотел дальше заниматься. Начал заниматься какими-то стартапами своими. Вот, ну и в итоге просто понял, что было бы неплохо поработать как-то удаленно. То есть, в принципе, опыт накопился, было желание просто как-то вот его реализовать, а свои стартапы пока что-то не особо получались. Вот, ну и вот мне там друзья посоветовали, говорят, вот попробуй на Upwork. Вот, ну, посоветовать-то посоветовали, но никакого... собственно, гайда не дали, то есть как начинать, то есть на что обращать внимание и как там вообще общаться с людьми. Ну, я, соответственно, по всем граблям прошелся сам. Вот поэтому сейчас ну, вот, пытаюсь вам рассказать, собственно, чтобы вы свое время просто сэкономили. В итоге, соответственно, я занимался какими-то непонятными там стартапами, какими-то там вообще непонятными делами, в общем, и параллельно искал работу на Upwork. Вот. Ну и после этого уже, когда нашелся первый клиент, я, соответственно, понял, какие ошибки допускал там. Ну, вот сейчас я вам про это все маленечко буду рассказывать. А, ну и в итоге просто, чем все это примечательно, то, что мало того, что я нашел клиента, потом другого там и так далее, в итоге меня захайрил сам Upwork, непосредственно работать над модернизацией внутренней платформы. Вот, и я этим занимался вот порядка 2 лет. Опять же, как старший разработчик в команде, который занимается поиском там, и вот, ну, разного рода оптимизациями там, для вот, того стека, над которым я работал. Вот. Что еще? Ну, все, наверное. Вот. Это вот обо мне. То есть я такой заядлый бэкэнд-разработчик. Я думаю, что вот со своей колокольни буду, наверное, вот все помаленечку рассказывать. Давайте, наверное, начну с того, что
Так вот, сделал себе небольшие пометки. Ну вот, самые частые вопросы, которые вот мне в Телеграм писали, и вот которые на Upwork форумах здесь в Москве задают, это что делать после регистрации. То есть человек зарегистрировался, прошел обязательный тест, там есть Upwork Policy Test, или как так он называется, я сейчас не помню. Вот. Что после этого делать? Потому что, ну вот, многие люди просто почему-то советуют просто брать и аплаяться на все джобы. То есть вот ты Java-разработчик, отлично. Значит, ты идешь в поиск Upwork, и по ключевым словам там можно указать не только ключевые слова, можно указать еще какие у тебя скиллы есть. Вот ты, соответственно, в эти скиллы вбиваешь Java там, и вот портянка на 30 листов просто там выпадает, начинаешь искать какую-то работу. Я считаю, что это вот в корень неправильно, потому что даже если ты заплаешься просто на все возможные джобы, это практически 100% не даст никакого результата. И можно таким образом сидеть и месяц-два, можно даже год сидеть ждать работу, вот, что, в общем-то, ну, никому не нужно. Соответственно, вот что, чтобы я рекомендовал, вот сразу после того, когда вы зарегистрировались, ну, соответственно, пройти те тесты, которые от вас просят, это вот Upwork, и если вам техническая поддержка напишет, скажет, задаст какие-то дополнительные вопросы, такое тоже может быть. И если вы на них не ответите, вас могут забанить, между прочим. Вот, ну, это отдельная уже история. То есть сначала просто нужно вот зарегистрироваться и понять, к чему. Вот, заполнить свой профиль — это вот самое первое, то, что нужно сделать. Не нужно бросаться искать работу, нужно заполнить свой профиль по максимуму. Вот, указать, во-первых, все свои скиллы максимально точно. Потому что если вы Java-разработчик, это, ну, вообще ничего не значит практически. Вы можете написать, что вы знаете Java сколько угодно хорошо, но это, вот, к сожалению, заказчик, он просто не понимает, даже бывает, что ему вообще, в принципе, Java нужна. Поэтому нужно указывать как можно больше контекста вокруг Java, то есть что-то, что выражает вот экосистему, в которой вы работаете. Например, если это бэкэнд, то это Java, обязательно база данных, над которыми вы работаете. Если вы какой-то фуллстэк делаете, то там Java, баз данных, там по full text поиск, какой вы используете, если умеете фронтенд, какой фронтенд. Ну, то есть нужно, чтобы была какая-то целостная картина о том, что какую вы вообще задачу можете решить в принципе. Если это если вы проектированием тоже занимаетесь, то тоже нужно указывать. Вот если вы в алгоритмах хорошо разбираетесь, это тоже надо указать. Вот. Тогда это нормальный, адекватный заказчик, он это оценит. То есть он увидит, что контекст довольно такой уверенный у фрилансера. Значит, фрилансер действительно понимает то, о чем он пишет в своем профиле. Вот. Заместо того, чтобы просто Java указать, это, ну, ничего не даст. Следующий момент, это, наверное... Ну, вот по важности следующий момент, это внутренние тесты Upwork. То есть если у вас заполненный профиль... Вот я сейчас переключусь на свою страничку тут. Надеюсь, что она сейчас видна хорошо. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что здесь все работает. Ну, вроде бы да. Кстати говоря, есть чат. Вы можете туда писать свои вопросы. Только, пожалуйста, не без флуда, вот просто если есть какие-то вопросы конкретные по тексту, мы потом, будет отдельное время, мы их рассмотрим. Вот, просто пишите туда. Если вдруг что-то там где-то не работает, не показывается или там не слышно, тоже напишите, чтобы я знал. Вот, спасибо. Так. Дальше. Значит. Ага. Вот я начал говорить про тесты. Вот смотрите, вот сейчас на экране вы должны видеть, вот тут есть skills, а есть tests. Ну, skills, это понятно, то есть это то, в чем вы вот лучше всего разбираетесь. То есть если вы примерно там когда-то на скале что-то программировали, ну, примерно, представляете, лучше не пишите это. Вот, это, скорее всего, запутает и вас, и заказчика в итоге, потому что если к вам придут и попросят написать какую-нибудь там хитрую оптимизацию, либо там разобраться в чем-то таком требующем, ну, опыт в этой штуке,
то, скорее всего, вы просто это сделать не сможете, и будет не очень понятно, зачем вы тогда вообще указываете это у себя в профиле. Вот, поэтому лучше выбрать то, что вы прям по максимуму хорошо знаете. Вот. После того, когда вы это указали, нужно, ну, желательно пройти тесты. То есть, если вы рассчитываете на хорошую работу с хорошим рейтом, тесты, ну, вот они прям необходимы. Вот тут смотрите, видите, skills, значит, algorithms, Java, C++, MongoDB. Вот, вот, допустим, по MongoDB тестов нет на Upwork, ну, пока что. По Elastic тоже. Ну, вот по JavaScript есть, но я не стал проходить, это не мой профиль. Ну, я его включу, потому что я могу там что-то сделать, но тесты я не стал проходить, потому что мне особо на него как-то, ну, по барабану, в общем. То есть мой основной профиль — это backend, Java и C++. Все. Остальное, как бы, меня уже не сильно интересует. Соответственно, все, что мне в пропозал приходит, приходит либо по Java, либо по плюсам. Но все вместе вот это дает какое-то общее понимание, что я вот тут явно не занимаюсь OpenGL, допустим. Хотя у меня небольшой опыт есть, но вот я вот не стал указывать. Это я там потом дальше в description уже написал. Вот. Ну, давайте дальше к тестам. Короче, тесты, они, соответственно, вот прямое отношение к этому вот списку скиллов имеют. Чем лучше пройдены тесты, тем заказчику будет, ну, не знаю, как так сказать, проще вас выбрать, что ли. Потому что на Upwork, ну, Upwork — это, короче, площадка, в которой бизнес горизонтально масштабируется, а не вертикально. Я сейчас поясню. Вот, допустим, есть какие-нибудь кроссовер, топтал, там другие есть конторы, которые пишут везде на своих ресурсах, что мы берем только там 1% самых-самых-самых там лучших там chief architects и там, не знаю, других всяких людей. То есть они пытаются убрать 99,9% людей и оставить самый-самый там вот сухой остаток самых лучших просто. А Upwork так не делает. Они наоборот берут вообще всех просто. Вот. А дальше, скажем так, естественным отбором часть народу отваливается, а часть народу просто начинает уже работать. Вот. И здесь вот эти вот тесты — это один из самых важных критериев, просто как вас отличить от ребят из Пакистана там или Бангладеша, допустим. Вот. Среди них тоже, конечно, есть там ребята, которые тесты просто загуглили и, ну, вбили, там прошли. То есть они там тоже могут быть топ-10%, допустим. Но по факту, если вы на интервью их пригласите, попробуйте с ними что-то там поговорить, то практически ничего из этого не выйдет. Вот. Они, скорее всего, начнут показывать вам ссылки на свои сайты и говорить, что они не ожидали алгоритмических вопросов. И... Но зато сайтик вот у них есть, когда, который они делали 5 лет назад в каком-нибудь там дипломном проекте своем. То есть такая вот разница. Вот. Но таких немного. То есть и те, кто реально без опыта, они, скорее всего, даже там без тестов, либо тесты просто плохо сделаны. Вот, поэтому тесты нужно обязательно сделать. Что дальше? Ну, наверное, после того, когда у вас нормально заполнен профиль, а нормально — это значит, что он должен быть заполнен честно и максимально полно. То есть, если вы разбираетесь в штуке, пишите. Не разбираетесь — ну, не пишите. И тесты. Все. Больше ничего не надо. Дальше есть такая штука — employment history. Она на самом деле ни на что не влияет, но... Внутри Upwork, просто когда я работал, во время митингов эта штука обсуждалась, и вроде как там, ну, упоминалось о том, что employment history, она там каким-то образом вроде влияет. Но реального подтверждения этим реального подтверждения нету того, что оно влияет на общий скор. Там скор, как бы, потом выше я про него расскажу. Ну, в общем, она просто, как бы, наверное, для того, чтобы типа как резюме, вот вы отправляете, когда HR, ну вот. Что-то типа вот такого. Education тоже ни на что не влияет. Other experience — это такая тоже кастомная штука. То есть, если вы что-то там умеете, ну, допустим, просто там читали, когда-то там пробовали какие-то баловаться, там pet-проекты строили, там OpenGL, вот WebGL, допустим. Ну, окей, можно написать. То есть это никак не запутает, а наоборот поможет, потому что оно не в основных скиллах у вас. Вот, ну все, это вот все, что касается профиля. Дальше. Третья штука. Это job success. Вот, но это я сейчас маленько попозже расскажу. Это уже после того, когда вы
поработали с кем-то, у вас появляется вот этот job success. А, и еще, короче, да. А, вот на, каждый раз, когда я прихожу на какой-нибудь митинг по Upwork здесь вот в Москве, физически, когда люди приходят, там чаще всего приходят rising talents, ребята, которые только начали, одну-две работы сделали, у них появляется статус rising talent, и они такие, ну вот, типа, круто, все, я там все могу, умею. Вот. А дальше почему-то им уже, то есть они сделали одну или две работы, а дальше почему-то заказов нет. Вот они приходят такие, вот все как бы хорошо, но вот что-то за... либо рейт не хотят, ну, за мой повышенный рейт не хотят платить. То есть, допустим, он начинал там с $10 работать, а когда сделал 15, вот работы уже нету. И они такие, ну, наверное, там звезды не так сложились. Вот. Ну, я парочку таких профайлов посмотрел, и я понял, что люди тоже как так вот, ну, им кто-то насоветовал, что пишите по максимуму, пишите развернуто, пишите там всю свою жизнь, описывайте. И они вот прям в этих своих профайлах описывают вот просто всю вообще историю мироздания, как вот он там чуть ли не родился, как он там учился, женился и там и так далее. То есть это все, конечно, работает, но только на начальных стадиях. То есть если вас будет харить какой-то заказчик, у которого там небольшая конторка, 2-3 китайца, и он вас еще туда хочет, только для того, чтобы там просто закрыть позицию, то ему нормально, он это не будет читать, и все, все там окей. Он видит, что там вроде, ну, не мертвый профайл, фрилансер что-то там какую-то активность проявляет, ну и нормально. Вот. А большие, как бы, заказчики крупные, они это все не будут читать. То есть, когда просто инженерам в ревью приходят такие профили, вот с таким вот гигантским количеством текста. Вот это, я сейчас говорю про вот этот description, который вот здесь. Который на 2 А4 листа, допустим. Никто читать не будет. Просто когда видишь такое огромное количество текста, что человеку, скорее всего, нечего просто написать там, и он пишет все просто. Поэтому я, вопреки всяким советам, которые дают на вот этих сходках, я говорю, не пишите сюда лучше вообще ничего. Напишите 2-3 предложения, самых вообще основных, что я вот, допустим, написал у себя, что я в open source контрибьючу, вот, и что у меня достаточно практического опыта. Что я не просто там теоретик, потому что есть ребята, которые там много всего знают, а написать не могут ни строчки в итоге. Либо так пишут, что там баг на баге, багом погоняет. Вот. То есть написать буквально вот только квинтэссенцию того, что действительно вот вы умеете. Ну а дальше в принципе все, наверное. То есть дальше из важного остается только work history и feedback и вот этот job success. Я про него сейчас буду рассказывать дальше. Вот все, что я сейчас сказал, это касается записи, заполнения профиля. Вот. Это, по сути, ваша визитная карточка, как вы будете вот начинать. То есть все это важно только до тех пор, пока у вас нет work history. Как только work history появляется, ну, можно уже там, не знаю, что хотите уже можно дальше делать. В принципе, можно тут даже видео вот записать и так далее. Вот, давайте дальше. Смотрите, это вот все про регистрацию и про заполнение профиля. Следующий вот такой большой топик, в котором тоже очень много вопросов, это как искать работу. То есть самый больной вопрос, вот зарегистрировался, прошел тесты, все заполнил, работу найти не могу. В чем проблема? Ну, давайте вот я сейчас просто попробую рассказать основные самые моменты для начала. Вот на Upwork просто есть два типа джобы. Это fixed price и hourly job. Fixed price — это просто к вам приходит заказчик и говорит, вот у меня тут есть $100, и есть куча всякой работы, а может там не куча, не знаю, ну есть какая-то, короче, работа. Вот ты готов, допустим, за $100 ее сделать, там, или за $10, ну, в зависимости от того, какой бюджет. Вот, и получается, ты либо готов, либо нет. Соответственно, вот fixed price джобы, они, их много, и чаще всего они рассчитаны на очень маленькие бюджеты. То есть это, как я сказал, 10, там, 50, $100 могут прийти ребята. Но чаще всего, по моим вот
оценкам. Практически всегда они очень сильно недооценены, бюджеты. То есть бюджет очень маленький, а заказчик либо вообще не понимает скоупа. Ему кто-нибудь там подсоветовал, сказал, ну, до 100 баксов тут тебе майнер там напишут, допустим. Ну, и он вот идет со 100 баксов, чтобы ему майнер написали. Соответственно, такую таску возьмут либо ребята из Пакистана, которым кушать нечего, и которые в итоге майнер не напишут, а просто либо обманут, собственно, заказчика, заберут у него деньги, и в итоге там начнется арбитраж в Upwork'е. Либо возьмутся те, кто просто сам не понимает скопа задачи, и, соответственно, опять же, результат будет не очень. Вот. Я практически никогда не видел хорошо оцененные fixed price job'ы, и даже те, которые были близко, они тоже были с оверхедом. То есть там не учитывалось то, что элементарно вам надо будет пойти сделать чекаут репозитория, понять, как там вообще структура проекта устроена, что там вообще надо. То есть пока вы даже просто разговариваете с заказчиком, вы тратите время. Пока вы думаете над его проблемой, вы тратите время. Никак это не регламентируется. То есть вот вам дали $100, а дальше что хотите делаете. Поэтому, вот отвечая на вопрос, как искать работу, особенно вот для начала, когда вы начинаете только, не берите fixed price. Вот просто не берите его вообще никогда. Может быть, люди, которые занимаются там дизайном, художники, музыканты, которые на заказ музыку делают, пускай вот там все понятно. То есть сделал трек, тебе дали $100. Нарисовал логотип, тебе дали $100. Там детерминированно можно понять, сколько стоит, как рассчитывать. В случае с бэкэнд разработкой, наверное, с фронтенд тоже, не знаю, но с бэкэнд это всегда боль. Потому что заказчик практически половину всяких мелочей, деталей он просто не учитывает. И мне даже один раз написали, что, ну, когда я говорю, а почему ты $50 поставил, когда тут у тебя в требованиях, извините, там на несколько, чуть ли не на весь день работы, по сути, разобраться, понять, найти, пофиксить, в итоге там еще и pull request сделать, и еще потом ему по скайпу объяснить в каждую строчку. На что мне, собственно, заказчик сказал, ну, вот, он мне сказал, что я очень сильно усложняю процесс, что я хочу с него взять денег за то, что чуть ли я не включил свой компьютер. То есть в его понимании все вот эти действия, они не нужны, они должны магически как-то появиться. Что я должен это все сделать бесплатно, а фикс, который он хочет, вот только вот фикс я должен как бы вот сделать, и все остальное его уже не волнует. То есть адекватную оценку он не хотел принимать. Ну, такой, допустим, кейс был. Поэтому я лично рекомендую fixed price избегать, по крайней мере, вот в начале, пока у вас нету work history и никаких фидбэков. Так, сейчас, секундочку. Что-то у меня тут, походу, отлетело. Нет, все нормально. Вот. Значит, что касается hourly job, намного все лучше, но есть drawback, он заключается в том, что hourly job сложнее найти, особенно если у вас нету, вот опять же, work history, заказчик, он не понимает, вот вы вроде бы все там указали, написали, но все равно это как бы получается то же самое, что принять на веру некоторые вот постулаты, которые изложены вот на вашем профиле. Немногие на это пойдут, поэтому нормальную, хорошую hourly job, даже с небольшим рейтом, найти сложнее, в общем. Но оно того стоит. То есть, если вы найдете, ну, предположим, вы нашли hourly job, предположим, вы сразу же получаете гарантию, что когда вы трекаете свое время, вы запускаете нативное приложение, там независимо какая у вас операционная система, у вас там будет нативное приложение, которое делает скриншоты. Вот. Оно будет логировать время, в котором вы будете указывать контракт, над которым вы трудитесь, ну и там таску можно указать в свободной форме, коммент написать. И все, что залогирует вот это приложение,
это вам все гарантированно выплатится. Есть там исключения, конечно, совсем прям, если вы там, допустим, решили как фильмец посмотреть, пока у вас трекер логирует, ну, тогда, скорее всего, заказчик вам придет с печалькой и скажет, что лучше так не делать. Ну, и попросит откатить время. Ну, это понятно, что это какой-то такой кейс странный, в общем. То есть, hourly job — это вот крутая штука, она вам дает гарантии, и заказчику она дает инструменты, такие как скриншот, как, ну, скриншот экрана, то есть рандомно просто делается скриншот, и в виде картинок там заливается на сервер порка, вы можете эти скриншоты потом менеджить, там что-то удалить можете, ну, в общем, заказчик видит, что вы не просто там где-то гуляете на улице, а что-то реально делаете. Если он поймет, что что-то идет не так, вы можете намного быстрее, оперативнее там и безболезненней исправить, в общем, то, что пошло не так. Вдруг вы там что-то требования не поняли. Ну, то есть нормальный рабочий процесс. Вот, главное, ну, идти на контакт, и если даже там заказчик там недоволен, то всегда можно разобраться. Вот. Это что касается вот разных типов работ. Дальше. Что у нас дальше? Ну, основной принцип, конечно, здесь в поиске работы и вообще, когда вот на старте, это надо понимать то, что сначала вам придется поработать на свой профиль, вот, только потом уже профиль будет работать на вас. Это значит, что сначала, конечно, придется пойти на некоторые компромиссы в плане ставки часовой. Если вы даже супер, вообще нереально крутой программист, из Гугла недавно уволились, все равно придется рейд какой-то вот такой демократичный сделать, потому что у вас нечем на платформе Upwork, вам нечем пока подтвердить свою крутость. Вот. Но, в принципе, так, все остальное, наверное, не сильно уже важно здесь. Вот, еще что касается поиска работы, опять же, очень важно. То есть, получается, важно выбрать рейд здесь, ну, поставить правильный рейд, выбирать работу только hourly, ну, можно, конечно, и фиксить, но это, я говорю, это вот, ну, дополнительные риски, с моей точки зрения, привносит. Вот. Но самое главное здесь, просто самое главное, это внимательно читать дескрипшены. Вот сейчас я вам покажу, смотрите. Так. Вот смотрите. Вот есть такая джоба. Вот в джобе, значит, заказчик описывает какую-то просто вот ад и вакханалию. То есть он хочет добиться, сам не понимая чего. Вот если внимательно прочитаете, что здесь написано, додумать можно. Додумать можно. Но если обратить внимание на вот формулировки, что здесь написано, понятно, что заказчик либо перепродает эту джобу, либо просто он сам не понимает, либо это его какая-то домашняя работа в университете, либо, я не знаю, все что угодно. Но это, вот такие джобы брать не надо. То есть самое главное в поиске работы, помимо всего того, что я уже сказал, это читать внимательно вот этот details. Его, вот этот details, те же ребята из Пакистана, допустим, они не читают. Они сразу же оплаются по минимальному рейту, чтобы просто выбрали их, и все. Вот если вы будете так делать, вы потратите все свои коннекшены, ну, это такие специальные баллы внутри Upwork. Вы заплатитесь на 60, скажем так, низкокачественных джобов, потеряете все свои коннекшены и будете сидеть. Вам придется дальше либо покупать коннекшены, ну, либо ждать до следующего месяца. Вот. Лучше так не делать. Если вы потратите 1.5-2 минуты, прочитаете details, посмотрите прикрепленные файлы, вы сразу же поймете, что это за заказчик, действительно ему вы нужны или просто за $2 какой-нибудь индус. Вот, поэтому самое-самое главное, читайте details всегда. Соответственно, ну это как бы уже proposal, вот можно job posting посмотреть, если он, конечно, остался. Ну, соответственно, там все будет то же самое. Вот. То есть чувак пишет вообще 5 фрилансеров. Ну вот я с ним пообщался, там просто вообще, ну, я даже не знаю. То есть он не понимает, что ему надо. Я пытался ему, ну, пытался как бы
когда я понял, из какого контекста вообще задача, я ему пытался это объяснить, говорю, ну так тебе же вот это на самом деле надо, ты вообще что-то не то написал. Вот, сделал ему там TCP-дампом, ну вот эти хендшейки с TLS, SSL, показал все, но бесполезно. То есть человек не понимает, что ему надо, за что он собрался платить. И вы потратите только свое время здесь, вообще бессмысленно просто возиться. Вот. Ну, это, наверное, вот все, что касается поиска работы. То есть внимательно смотрите, что написано. Если вашим скиллам не соответствует, либо просто не возникает внутренней уверенности, то, что вы это вообще сделать можете, лучше не берите тогда. Вот. Ну и, наверное, есть еще смысл обратить внимание вот здесь справа. Опять же, рейтинг есть, ну, 4.92. Ну, такой неплохой вроде рейтинг. Но с другой стороны, вот этот чувак потратил всего лишь $200. Ну, наверное. И, соответственно, его средняя ставка 3.27 в час. Ну, понятно, что здесь ловить нечего. Внимательно смотрите, в общем, на историю клиента, потому что это тоже очень важно. Не берите все, что попало. Вот. Давайте дальше. Сейчас я посмотрю, что у нас тут дальше. Ага. Допустим, мы нашли первую работу. В моем случае я помню, что я долго искал, потому что я не знал, как на что смотреть. Я оплавился на все, тратил все свои коннекты, в итоге это все не работало. И я, соответственно, думал, что Upwork — это просто какое-то гиблое место, на котором работать просто нельзя. Ну, получилось так, что просто случайно я нашел себе вот заказчика, которому нужна была Java. И что-то там он... Apache Storm, по-моему, да. Apache Storm, и у него там какая-то была, какой-то процессинг был на этом Apache Storm. Ну и вот, соответственно, я начал с этим совсем ковыряться. Вот, Apache Storm я вообще плохо знал, практически вообще не знал, скажем так. Вот, но опять же, я же не знал, что надо оплатиться только на то, что в чем ты там 100% уверен. Ну, начал разбираться, там все. Согласился что-то на $20, по-моему, что ли, с ними работать. И в итоге... Я с ними проработал какое-то время, и я понял, что на самом деле... когда мы договорились, что все, работа закончена, проект сдан, там все хорошо, он сказал, да, там все здорово, давай, у нас там еще один проект есть, но мне тот второй проект не понравился, говорю, нет, давай, короче, все. И тут я понял, что есть вот эти фидбэки, что вообще на самом деле, когда самая важная часть вообще на всей платформе Upwork, это получить фидбэк от заказчика, даже не деньги от него получить, потому что деньги вы получили только один раз, допустим, а фидбэк он, ну и все, как бы деньги у вас в кармане, а вот этот фидбэк, который остается, он фактически работать на вас продолжает все оставшееся время. Вот, и когда соответственно контракт закончился, я увидел эту форму с фидбэком, я такой, ну ладно, там поставил пятерочки везде, там поставил, что заказчик хороший, все, там платили вовремя, и он мне тоже поставил. Потом, как только это произошло, там раз в какое-то время считается Job Success Score, или как-то так он называется, и он появляется вот эта циферка наверху, как вот здесь я показывал, вот здесь. Это вот сколько вы выполнили, грубо говоря, job успешно. Если вам клиент ставит не 5 звездочек, а 4,5, у вас будет уже там 97%. Ну и так далее. И, соответственно, если вы, допустим, 3 джобы сделали на 5 звездочек, а одну на... вам влепили одну звездочку, ну, там неадекват попался, допустим, какой-нибудь, поставил одну звездочку, ну, он вам, короче, рейтинг испортит просто. Вот. И тут надо договариваться как-то заранее, просто что вам собирается поставить клиент. Потому что для вас важно, как я сказал уже, ну, деньги — это понятно, но чтобы нормально деньги поднимать, с нормальным рейтом работать, Success Score должен быть, ну, должен стремиться к 100%. Не должен падать меньше 90%. Если меньше 90%, скорее всего, уже будет сложно найти работу. Вот. Поэтому заказчик, поэтому почему важно вот эти все details просматривать при поиске работы, потому что там понятно, адекватный заказчик или нет. Если он в своей джобе пишет, что ему нужен и Java, и HTML, там, и Assembler, и там OpenGL, значит, скорее всего, он не понимает скоупа, то есть он хочет вообще нанять целую компанию в виде одного человека. Лучше не связываться, потому что значит он
либо неадекват, либо он просто там вообще не впервые в индустрии, просто там деньги откуда-то получил от каких-то инвесторов непонятных. Вот, ну, соответственно, хороший заказчик – это вот залог хорошего фидбэка, ну, адекватный заказчик. Вот. Другая сторона медали здесь – это, собственно, ну, исполнитель, то есть мы с вами, кто работает. Потому что, ну, дисциплина понятна, что когда работаешь удаленно, а не в офисе, дисциплина должна быть там x10. Если дисциплины проблемы, то очень быстро сольете репутацию на своем профиле и начнутся проблемы. Самая просто большая проблема форка на фрилансерах, у фрилансеров, это отсутствие обратной связи постоянной. То есть, допустим, у меня не получается какую-то джобу сделать. Вот я взял джобу, начал контракт, там все, начал логировать время, и вдруг я понимаю, что вот я там что-то не могу написать какую-то там штуку, или мне скучно стало там делать, или что-то еще. Я пошел там заниматься своими делами, ничего не пишу заказчику, вот, и через 3 дня, когда мне там надо было уже что-то показать, я только пришел, а заказчик говорит, а где ты был? Ну и в итоге, а еще хуже, если он все это время писал вам, а вы не отвечали, думаете, ну ладно, потом отвечу, как бы, что, какая разница. Такие вот кейсы прям вообще... То есть вот я в командах работал, там удаленно, ну, стабильно где-то вот 20% людей вот так себя ведет, 20-30, ну, я считаю, это довольно много. То есть из 5 человек 2 человека факапят. На него повесили 3 джиры, допустим, 4 джиры, ты ждешь, что через неделю спринт закрывается, джиры должны быть закрыты, а он, соответственно, где-то ходит. Вот это вообще прям беда. Если... когда вы, короче, оплатитесь на джобу, там, ну, нужно написать cover letter. Это такая, типа, записка, что ли. Ну, я не знаю, просто написать, почему вот вас надо взять на эту джобу. Ну, допустим, я всегда пишу, что эта джоба хорошо там моим скиллам соответствует, и у меня в этом довольно большой опыт там и так далее. Но помимо этого можно еще писать, да, наверное, даже нужно, что вы очень дисциплинированный человек, что вы никуда не пропадаете. Вот, то есть это, ну, не с целью делать, чтобы там убедить заказчика, что вы вот реально никуда не пропадаете. Это, наверное, дает вам, это дает заказчику дополнительное понимание того, что вы знаете эту боль, что фрилансеры постоянно факапят, пропадают куда-то, и вы об этом заявляете, что вот я не такой, я все это понимаю, я человек ответственный. Это вот прям, ну, сильно, короче, может повлиять. Поэтому об этом тоже лучше, ну, вот. Лучше тоже, короче, указывать такую штуку. Вот, но это что касается, получается, фидбэков. Чем больше фидбэков вы набираете, вот смотрите, вот сейчас я как раз на этой странице. Заказчик, когда заходит впервые, он смотрит на всякие вот эти вот там дескрипшены и все остальное, там тесты пройдены. Но потом, когда у вас уже довольно такой зрелый профиль, все, соответственно, смотрят только на success rate, насколько вы успешно, и вот сюда вот. Сколько вы по факту отработали там часов, на каких позициях. То есть, если вы хотите 50 баксов за Java developer, а все это время работали как Scala developer, ну или там какой-нибудь Node.js developer, ну, сомнения будут, наверное, у него. Поэтому он сюда заходит и смотрит, по каким джобам, какой у вас статус. Ну и, соответственно, вот смотрит сюда, может тут посмотреть даже, кто был заказчиком, написать тому заказчику и так далее, там уже разобраться. Вот. Ну вот, наверное, как-то так. Давайте сейчас посмотрю вопросы, потому что вот как раз по плану у меня было 40 минут рассказать, как регаться и как искать джобу, на что обращать внимание, а сейчас я, наверное, посмотрю вот в чатик, и какие тут вопросы, может быть, попробую ответить. Ну вот вопросы вижу тут про то, какой рейд указывать. Ну, это, короче, не знаю, невалидный вопрос, потому что если ты хочешь понять, какой рейд тебе указывать, тебе надо, во-первых, определиться, каким стеком ты владеешь. Если просто Java, то, ну, вот написано, если я middle, да, там, ну что значит я middle? Я говорю, что Java, сама по себе Java не нужна никому здесь. Никто не придет, не скажет, напиши мне на Java там thread pool какой-нибудь коннектор. Ой, там какой-нибудь thread pool менеджер или там что-нибудь еще.
Это ну, никому не надо. Всем нужно готовое решение. Чем более универсальный программист, тем лучше. То есть к вам заказчик придет и скажет, блин, мне тут надо, короче, сделать сайт какой-нибудь записной книжки или там игра в покер. То есть получается, он не мыслит категориями. Знаете вы там Java, не знаете. Ему надо готовый продукт уже. Вот. А те, кто приходит конкретно за бэкэнд разработчиками, они прям пишут, ну, адекватные ребята сразу же пишут, что нам нужна такая-нибудь там Mongo, там еще что-то. Вот. То есть надо смотреть вот по этим штукам. Если ты, кроме Java, знаешь, работал с Mongo, там с чем-то еще, надо посмотреть по этим скиллам, сколько на Upwork сейчас, ну вот, рейд. Отсечь всяких там рок-звезд, которые по $200 за час берут. И, наверное, попытаться там какую-то вот медиану сделать. Все от скиллов зависит. У меня вот скиллов не сильно много, то есть я вот как-то так вот, ну, узконаправленно просто работаю, у меня все вокруг Java, и вот стек технологий, он какой-то такой вот, ну, для бэкэнда в основном только, и все. Я поэтому вот могу вычислить, сколько у меня рейд. Ну, плюс я там еще сверху накидываю, потому что у меня профиль давно уже, success rate нормальный. Поэтому я накидываю постоянно сверху за это. За то, что у клиента будет дополнительная уверенность в том, что я не просто какой-то раздолбай там и не пропаду никуда с его кодом. Вот. Дальше вот про джуниоров, что на Upwork делать нечего. Ну, я бы так не сказал. На самом деле здесь очень много... Даже, наверное, большие компании, в принципе, занимаются хайрингом как раз-таки у студентов последних курсов, те, кто... Короче, я сейчас маленько расскажу. Смотрите, в Upwork, помимо того, что ты просто работаешь, есть несколько... Как это назвать-то правильно? Это вот знаете, как в играх есть ачивки. Вот у тебя там что-то сделал, у тебя достижение, что-то сделал, достижение. В Upwork есть вот такая же программа лояльности, или как она называется, я что-то даже не помню. Смысл в том, что сначала ты регаешься, ты просто как бы, ну, никто там, да, вот, делаешь какую-то работу, если ты делаешь ее хорошо, допустим, первая твоя джоба, она вот сразу 5 звездочек, тебя приглашают в приватное облако, там есть такая штука, приватные облака, они в зависимости от того, ну, вот как бы от контекста, короче, это облако включает в себя разных людей. И есть такие публичные... общедоступные вот эти облака, но они все равно private, потому что ты в него сам не можешь войти, тебя только заинвайтить туда могут. Допустим, Rising Talent программа, оно вот тоже как вот такое облако, короче, сделано внутри. И если ты сделал нормально джобу, то тебя в итоге приглашают в этот Rising Talent, у тебя появляются определенные плюшки дополнительные, опять же заказчик, у тебя появляется доступ к пулу заказов уже более... таких как бы жирных заказчиков, и Upwork уже за тебя там впрягаться начинает. То есть у Upwork есть, короче, команда что-то типа HR-ов местных, которые внутри сидят. Ну, они не то, что внутри сидят, они тоже фрилансеры. Но их задача в том, что брать энтерпрайзного клиента и искать по критериям этого энтерпрайзного клиента какого-то исполнителя. Если они хотят джуна, то они будут искать, значит, джуна. И если ты джун, ну, такой нормальный джун, в принципе, что-то там уже можешь сделать, там не факапишь, то вполне себе нормально. Даже еще лучше, если ты вот пришел и уже показываешь себя вот таким хорошим, уверенным джуном. Наоборот, я бы сказал, даже есть смысл идти. Да, тут спрашивают про запись. Да, я сделаю запись. Вот, конечно, не уверен, насколько это будет хорошо, но вот у меня вроде записывается, поэтому я попробую выложить в итоге. Так. Сейчас, секундочку. Вот, и еще хотел сказать, смотрите, вот по поводу Rising Talent. И если вы делаете джобу нормально, вас приглашают в Rising Talent, вы какое-то время... из Rising Talent пула достаете таски, работаете над ними. Если все продолжается в таком же духе, вы соответственно, можете повышать рейд там уже. И через некоторое время вы становитесь топ-рейтед.
Это вот пока вот, наверное, самая высшая там степень, докуда можно дойти. Это специально, это вот тоже такое облако, где сидят прям совсем-совсем прям энтерпрайзные клиенты, какие-то, у которых уже серьезные боевые задачи. Допустим, там у Гугла есть свой Talent Cloud, еще там у всяких, короче, чуваков есть. Ну и там много вообще народу, много всяких крупных компаний, которые открывают свои вот эти облака. И если вы топ-рейтед, то вас в такое облако могут пригласить, и вы оттуда уже будете получать уведомления о новых джобах. Соответственно, там можно хоть на $100 в час договориться, хоть на 200. Вот, если вы затащите интервью, и там все пойдет хорошо. Вот, соответственно, какие там еще были вопросы? Про тесты я рассказал. Ну, в принципе, наверное, все. Вот, основная вот такая вот инфа. Если у кого-то будут еще какие-то вопросы, в принципе, я могу ответить. Вот, давайте сейчас напишу. А, хотя ладно, не буду. Так, сейчас еще секундочку. Ну да, наверное, вот все. И если вопросов больше нету, тут просто пишут, что я пропадаю. Да, пишут, что я пропадаю. Ну окей, давайте тогда я, наверное, закончу. В общем-то, это все, что я хотел сказать. Ну, на вопросы, какие тут были, я вроде уже ответил. Вот. А запись я, соответственно, выложу чуть попозже. Вот. Всем спасибо, что пришли. И давайте, всем пока.